әніммен скрипканы қатар алып жүрген Жәмиля Серкебаева шабытын шыңдап, жаңа әуендер жазуды кейінге қалдырған емес. Бүгінде барлық уақытын өнер иесі шығармашылыққа арнаған. Недавно, в прошлом году, вот перед Новым годом, я презентовала новый клип с Шухратом. Мы сделали красивый клип «Миражи». Вот в таком же стиле, в таком же жанре я делаю еще пару-тройку вещей. Очень много работаю над казахским материалом, потому что этот материал, он всегда пронизывает мое творчество. Наверное, народные песни Кюи, они будут всегда звучать в моей интерпретации, в современной интерпретации до конца. Осы күндері классикалық кештер ғана емес, эстрадалық концерттер де Жәмиләсіз өтпейді. Музыкант осылайша жан-жақты болуға ұмтылған. Сондықтан ол репертуар мен музыка мақамын жиі өзгертіп отыруды қалайды. Планируем концерты с концертным оркестром Акима города Алматы. Сейчас я делаю несколько композиций в поп-жанре, ну, новые. То есть я постоянно обновляю репертуар. Буквально сейчас вот я планирую и работаю уже с композиторами над новыми вещами. Сейчас вот Универсиада, Экспо 2017. Мы все хотим там участвовать. Я надеюсь, тоже буду участвовать в этих проектах. Үнемі шығармашылық ізденісте жүретін ханымның сөзіне сенсек, бүгінде скрипкашылар үлкен сұраныста екен. Сондықтан нансыз қалмаймын деп қалжыңдап қояды Бекеш. Айдана Құрманғали, Айболат Жекебай, Хедлайнер.